вот так вот я делаю. Детский как бы салфеточек. Вот. Подстаканчик. Тут я сейчас еще один лист сделаю и маленькую веточку. Вот. Сижу потихоньку. Блинцы у меня. Мы на всех сделали, и бабе, и Аньке, и, короче, и куда зря обожраться-то. И Миле вот такую гору будет. Ну, не так, как ты показываешь. Не так, как ты показываешь. Сучек, там сколько, 12 или 15, я же не помню. Вот. А я сижу потихонечку вот так, пока чаёк остывает. Думаю, слишком кипяток. А я сижу вот так вот. Вот. Как умею там, короче, куда тыкаю, туда и это. Как умеешь, так и вешь. Пусть. Да. Вот. Тут как бы листочки будут и веточки небольшого размера, чтобы не мешался, если что. Вот. Где прибавить, где убавить, это все интуиция. Машина. Как в тот раз мне кто-то удивился, типа, когда я половики вяжу, это как это так? А почему у меня вот кривовато выходит? Вот я укрываюсь им. А потому что я ничего не умею, не считаю, ничего там как. Вяжу просто на глаз и все. И Миля это, горшочки мне два взял. Этот, как его, Колиус и этот. Земля сухая, как они выжили, бедняжки, их скорее полила это. Водичку Ашеньке Колюс поставил в бокальчик. Вообще, сверхсухие, сухая. А я гляжу, уже кольц, листочки начали нижние засыхать. Вот, это пролила как следует прям. Корневин сегодня вот не купили. Скушать теперь это вермикулит стоит. А главное, вспомнил я, сынок, название цветка. Ты все говоришь, как оно там называется-то? Ну, а главное, мы не говорим. Да, вот. Говорят, вроде через 4 недели привезут. У нас тут насчет цветов-то. Как Эмиль говорит, это... Как она, Эмиль, это... За 800 рублей Георгий будет. Орхидеи. Орхидеи. А говорит, это... 1600 было, а это 800 у ценк. Ну, вот. Говорит, Ташеньки, с плесенью. И цена еще такая. Вот. Так что вот такие вот. Ну, все.